Друзья, вот говорят в ТикТоке, показывают всякую ерунду, да? А вот нет, я вам скажу. Сколько живу, и недавно только в ТикТоке увидела, что вот эта штука в стиральной машинке, она снимается щелчком на себя. Сейчас я. О! Да? Сейчас я переверну. Посмотрите. Я вообще в шоке. В шоке. Я думаю, что не каждый мужик об этом знает. Тикток, респект. Мужу покажу, не поверит. Так что, друзья, тикток иногда показывают очень умные вещи. Не могу понять, я одна такая глупая была.